меня зовут Олеся, добро пожаловать на мой канал. И мы с Женей в центре Бари, гуляем по шопинг-кварталу, по модному кварталу города. Это улицы от Виаспорана до Корсо Кавур. И мы сейчас как раз идем на эту вот улицу Корсо Кавур, и с нее мы и начнем. Кстати, модное кафе, розовое. Ну давай, если успеем, Женька, так? Мы в поиске кроссовок Женькиных. Там был какой-то магазин. Да, сейчас мы по всей улице пройдемся. Так, магазин Sport E+. Давай. Женя не знает, она хочет или Adidas, или Converse. Вот мы с ней ходим сейчас и выбираем. У нас примерка. Женя уже померила Converse. Оказалось, ее талия, ее размер... Они мне маловаты. А, ну снимай тогда, снимай. Мы просим, чтобы мне дали 38,5. Давай. Давай. Короче, девчонки, заехали мы в магазин обуви, и вот здесь по 60 евро получается такие конверсы, а мои обошлись мне 70, и они мне огромные. Я сейчас померила 39, и оказалось, 39 мне вообще отлично сидит, а те, которые дома 40, я теперь не знаю, что с ними делать. Женька меряет, она вот выбирает между этими, между Адидасами, короче, сейчас выберет что-то. Короче, видите, в магазине, получается, цены выгоднее, чем на сайте официальном. Ну что? Я подожду. Ну что, взять? Окей. Забираем, короче, не платят. Смотрю, детскую обувь также, да, в этом магазине. Смотрите, какие конверсы для детишек забавные. По 40 евро. Смотрите, какие. Вообще прелесть. Такие яркие. Я думаю, детям будет, ну, понравятся такие. Пока мы были в магазине, уже стемнело. Хотела рассказать вам про эту модную улицу, про модный квартал, погулять с вами. Но у нас шопинг очень быстро закончился. Женя уже с покупкой, она сразу их захотела надеть. Поэтому мы уже пойдем домой. Сейчас немножечко пройдем. Пойдем, Женька? Поглазеем чуть-чуть на витрины с вами. И отправляемся домой. Мы долго собирались, правда, пока выбрались, уже стемнело. Все уже появляется на прилавках осенняя обувь. Такую мы оденем еще не скоро.
пока более актуальны открытые и полузакрытые модели. Все здесь одинаковыми кроссовками. Вон еще 1, 2, 3, 4. Такие сейчас на витрине сумки в стразах. Витрина Луи Джо. Часы. Розовое золото, золото, серебро. И сумки в бежевой гамме. Это все новые коллекции, осень. Мы уже ушли с Corso Cavour. Идем по одной из перпендикулярных улочек, направляемся к вокзалу. Рафаэле Пинтуччи. Рафаэле Пинтуччи. Вот эти мне нравятся. Комфортная подошва, яркий акцент. Везде магазины, магазины, модные витрины. Это другая улица, параллельная. Corso Cavour, магазин Рафаэль. Вот этот вот модный квартал от Виаспорана до Corso Cavour. Здесь столько модных бутиков, кафе, ресторанов, магазинов, столько всего интересного на самом деле. Я люблю здесь гулять днем, вечером не очень люблю. Но сейчас еще такое неопасное время, около 7. Тепло, много людей, но, конечно, ночью я здесь гулять не пойду. Вот супермаркет Док. Кто будет снимать жилье в этом районе, экономный супермаркет. Можно покупать продукты. У нас он покрасивее. Ну, не важно, как красиво, некрасиво. Главное, что там внутри. Рыбная лавка. Мы проходим мимо магазина украшений. Обратила внимание вот на это колье, ожерелье, не знаю, как сказать, на кожаном шнурке.
Видите, что там? Итальянский сапог на шнурке. Уже подходим к вокзалу. Смотрите, что тут есть. Профессиональный милитари. Какая-то полицейская академия, военная академия. А под ней китайский магазин. На самом деле весь центр, я не знаю, он просто заставлен китайскими магазинами. Китайцы оккупировали центр Бари. Они плохо ездят дело, типа они мне немного совпадают. Но размер как бы мой. Мы уже подходим к вокзалу. Их носят носки криво. Потому что они, получается, с изгибом таким, и ты куда ходишь, ты просто не можешь так делать, сделать. Женя рассказывает, как нужно носить кроссовки Adidas. Эксперт. Просто. Так, ну что, мы прогулялись. Я думала, мы успеем больше, но мы поздно выехали. Как бы уже темнеет. Личность непонятная ходит. Надо прогулку сворачивать. А едем домой. Ничего не надо, у меня есть кроссовки. Да. Смотрите, какой красивый фонтан. Желтым цветом подсвеченный. О, красотища. Всем привет! Я пошла. Мы сейчас приехали на день рождения к однокласснику, но на этот раз мне пришлось вести машину самой. Тут такой тупичок. И тут набилась машин, но я как-то вот нашла место, запарковалась. Той же машина идет. Специально для меня друзья замешали коктейль безалкогольный, потому что я за рулем, должна потом везти дочурок домой. Мы развлекаемся. Женя играет с друзьями, Розалия с одним из Жениных одноклассников. Я пью этот странный коктейль. Жизнь хороша и спокойна. На этом я буду свой влог заканчивать. Всем спасибо большое за просмотр. И всем хорошего вечера, хорошего дня. Увидимся с вами в новом видео. Чао-чао, тути. Пока-пока.